Вот, это тут, помните, когда я начала это видео, я потом говорила вот то. Мальчики, ну чё? И вот бы выиграть. Прыгнем со второго этажа. Уип! Очень весело, не правда ли? Всем привет, Изи. Извини за то, что 2 недели не снимала видео. Как я обещала, я постараюсь сделать их почаще, но не обещала. Я обещала, но не обещала, я логичная. Ну и сегодня мы поиграем во вторую... Ну, для нас, для канала, это второй эпизод. Прохождение игры. Epic Mini Games. Ссылку на режим я оставлю в описании, поскольку я стала оставлять в описании ссылки. Да, такие режимы, в которые я уже играла, поэтому обязательно переходите по ссылочке, если хотите поиграть. И сейчас тут какие-то бомбочки, какие-то взрывчатки. Вообще какая-то дичь происходит. Короче, главное тут увернуться от них, боже, это... Тут фиг поймешь. Да, у меня как-то изменился характер. Если это кто-нибудь вообще заметил. Буду надеяться, что кто-нибудь хоть это заметил. Да хотя, в принципе, это легко заметить. Потому что я стала какой-то слишком доброй, ну, просто настроение сегодня такое. Веселенькое, хорошенькое. Ну, со временем оно исправится, честно говорю. Ну, мы поиграли почему-то. Ладно, ничего страшного. Это же не преступление. Сейчас мы будем играть там, где надо будет забивать. Я так это ненавижу. Кто-то даже это ненавидит, напишите в комментариях. Хотя, зачем я это прошу? Вот, это тут, помните, когда я начала это видео, я потом говорила вот то. Мальчики. Давайте будем играть мальчики. Теперь официально они будут называться мальчики. Мальчики, мальчики. Мальчики, мальчики. Будьте осторожны. Ну, мы должны выиграть, пожалуйста. Бля, пусть мы выиграем. Вы что, совсем дауны, что ли? Ну, реально, они дебилы, по-моему. Вчера, точнее, в прошлый раз, когда я тут играла, я тут сильно тупила, как вы знаете, и делала не так, как нужно по игре. А потом я создала то, что надо играть правильно. И... То есть вы хотите сказать, что я специально играл неправильно. Ладно, давайте забьем. Представь, что я сказала что-то адекватное, но Алина сказала непонятную чушь, которая никому не интересна. Потому что литераторка, хэштег литераторка. Давайте напишем этот хэштег потом в комментариях. Этот хэштег будет тогда присутствовать на каждом моем видео. Или хэштег Алина говорит дичь еще лучше будет. Я даже не помню, кто красный был. Ну, по-моему, мы были красные. Или мы были синие. Я не помню. Ладно, потом на записи посмотрю, кто. Ну, по-моему, мы красные были. О, но, я так это ненавижу. Так, ну что, начинаем, что ли? Его мы тоже играли, но я там просто не очень. Здесь за кашель. Ой, музыка мне чем-то напоминает. Почему-то фильм Харли Квинн. Точнее, отряд самоубийц. Там так нечестно. Так нечестно, так нечестно, так нечестно, так нечестно. Давайте за ними поглядим, что ли. По-моему, тут почти все на одно лицо. Зря, почти все на одно лицо. Давайте покупаемся в веселом бассейне. Пока есть время. Прыгнем со второго этажа. Уип! Очень весело, не правда ли? А, вот тут я вот не знаю, что будем делать. Ну, посмотрим, посмотрим. А, будем драться. Студио. Я вот буду выиграть.
Ну блин, я умерла. А тут я вот уже не знаю, ну по-моему, может, не знаю, я хз. Так. И вот тут я уже по-моему хз. Я тут еще не играла, поэтому, ну давайте будем играть. Почему? Я обиделась. Что тут делать надо? Это довольно легко. Да блин. Совсем уже надоели, я обиделась. Ну, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал и всем пока.